К новостям края. Обследоваться у специалистов лучших краевых клиник, не выезжая из дома, реально. Минздрав Прикамья по заданию губернатора Виктора Басаргина работает над тем, чтобы все жители региона были обеспечены специализированной медицинской помощью. С этой целью с сегодняшнего дня была активизирована работа выездной поликлиники. Свой первый визит она сделала в Березовскую районную больницу. Первая точка в этом году стала Березовская центральная районная больница. Сегодня здесь проводят прием специалисты краевой клинической больницы и краевого онкоцентра. Жителей осмотрит эндокринолог, кардиолог, пульмонолог, врач УЗИ и сосудистый хирург. Сегодня в Березовской больнице яблоку негде упасть. На осмотр к узким специалистам краевых клиник съехались не только местные жители, но и люди из ближайших населенных пунктов. Это хорошо, потому что нам надо в Пермь ехать. Один раз в год должна быть консультация пермского кардиолога, эндокринолога, чтобы не ездить. Это очень удобно. Пациенты заняли очереди с раннего утра, записывались на прием за неделю. Альфия Габдеева посещает эндокринолога 2 раза в месяц. У женщины сахарный диабет. В скором времени предстояло посетить краевых специалистов. Но сегодня они сами приехали в районную больницу. Более квалифицированные кардиозности, да, то идем. Тут принимают из города эндокринолога. Каждый день, как бы 2 недели я хожу, например, все нормально принимает, но сахар не снижается. Задача специалистов – выслушать жалобы пациентов и изучить их истории болезней. После тщательного осмотра врач дает заключение. И если это необходимо, отправляет на дальнейшую консультацию в Пермскую краевую клиническую больницу. Сами врачи отмечают, что такие выезды в отдаленной территории нужны. Ведь не у каждого больного есть возможность поехать в Пермь. Я думаю, что полезно, конечно, то есть все равно и помощь ближе к людям, и помочь что-то скорректировать в лечении с сложными пациентами, как-то помочь разобраться. То есть определенная польза есть. Пациенты, которые приходят сегодня, не все говорят, что им это очень удобно, что им очень тяжело добираться в Пермь и тратиться на это целые дни. И сложности определенные есть, и финансовые в том числе, поэтому они недовольны. С августа прошлого года Минздрав Пермского края активизировал работу выездной поликлиники. Тогда врачи побывали на 7 территориях Прикамья. Этот проект нацелен на обеспечение медицинской помощи отдаленным территориям Прикамья, где такая помощь не всегда доступна. Бригада врачей краевых клиник в течение 2016 года будут регулярно выезжать преимущественно в сельские территории края и проводить приемы жителей. У нас запланировано много выездов, но составлен план на 1-й квартал 2016 года. Запланировано 8 выездов по разным территориям. 17 февраля врачи отправятся в Октябрьский район. Такие выезды будут еженедельными. Все полученные данные специалисты будут заводить в систему электронной медицинской карты. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Галина Криклифцева, телекомпания «Кунгур».